Город Пермь – один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Урала и России. Город площадью 800 квадратных километров, четвертый в стране и с населением 1 миллион человек. Город-донор с многоотраслевой, диверсифицированной экономикой, центр инвестиций и инноваций. Город трудовой доблести, ведь Пермский край – один из основных регионов, принявший в годы Великой Отечественной войны эвакуированное население и предприятия. Пермь – крупный наземный и речной транспортный узел, сыгравший огромную роль в становлении промышленности Урала и Сибири, расположенный ниже впадения двух великих рек России – Камы и Чусовой. Он окружен тайгой, и это единственный крупный город страны, в котором более 40% территории занимают леса. А по количеству малых рек и ручьев Пермь однозначно лидер. Территория города была заселена человеком с древнейших времен. Здесь изучено более 130 археологических памятников. Пермский период в истории планеты – единственная геологическая формация, название которой связано с Россией. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яна Араптанова, заведующая отделом читальных залов Центральной городской библиотеки имени Пушкина города Перми. И мы начинаем нашу аэроэкскурсию с привокзальной площади у железнодорожной станции «Пермь-2». Это главный вокзал города. Станция была открыта в последний год 19-го столетия и исходно называлась «Пермь-Заимки». К слову, в настоящее время и микрорайон, что располагается слева от вокзала до реки Кама, также называется «Заимка». Под заимкой в России понимали недавно заселенный участок земли или участок на неосвоенной территории, исходно никому не принадлежавший и занятый кем-то по праву открытия или первого владения. Уже в начале 20 века вокзал располагался в красивом кирпичном доме в стиле модерн. В начале 60-х годов станция была электрифицирована, и здание вокзала в связи с возросшим пассажиропотоком реконструировано и расширено. Ныне через Пермь-2 проходят многие фирменные поезда дальнего следования. Например, Пермь-Москва, Новый Уренгой-Москва, поезд «Ямал», Томск-Москва, Демидовский экспресс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и, конечно, главный поезд нашей страны с названием «Россия», что за 7 дней преодолевает самый длинный в мире пассажирский железнодорожный маршрут из Владивостока в Москву. Отметим, что такое название поезд имеет с 60-х годов 20 века. Впервые в путь длиной более 9000 километров он отправился еще в 1914 году, и в то время путешествие длилось около 10 суток. У привокзальной площади заканчивается, а для нас с вами только начинается улица Ленина, одна из главных улиц Перми. Исходно она называлась Покровская, а в честь Владимира Ильича была названа еще при его жизни. Слева территория, ведущего в край первого на Урале Пермского государственного национально-исследовательского университета с более чем вековой историей. Особую роль в открытии и развитии университета сыграл крупный промышленник Николай Васильевич Мешков. В свое время идею создания высшей школы для обеспечения бурно растущей промышленности региона активно поддержали Дмитрий Менделеев, Александр Попов, Дмитрий Мамин-Сибиряк и многие другие представители научной и культурной элиты. Ныне Уральский Кембридж неизменно занимает высокие места в международных и российских рейтингах лучших вузов. Кстати, на территории университета красивейший ботанический сад имени профессора Александра Генкеля, выдающегося российского биолога рубежа 19-20 веков. Улица Ленина на данном отрезке оказывается заключенной между двумя железнодорожными ветками, отходящими от станции Пермь-2. Казалось бы, просто два пути, но как отражается в них история страны? Оба пути в конечном итоге достигнут Екатеринбурга, но южная ветка, часть Транссиба, ныне основная и более поздняя, с 1909 года, идет через город Кунгур с незначительным изгибом, тогда как северная следует почти под прямым углом через Нижний Тагил. И это не что иное, как знаменитая Уральская горнозаводская железная дорога. Построенная в интересах горнозаводчиков, по их проекту, на их средства, первая на Урале железная дорога исходно была автономной. Первый поезд от Перми до Екатеринбурга здесь прошел в 1878 году, а обе конечные станции при этом имели одинаковые здания своих вокзалов. В Перми это и поныне действующая станция Пермь-1 на берегу Камы в центре города, вокзал которой сохранился практически в первозданном виде.
Значение Уральской горнозаводской дороги трудно переоценить. Соединив заводы по обе стороны Урала и в целом бассейны рек Оби, Камы, Волги, и еще более глобально соединив Европу и Азию через Уральские горы, эта дорога поддержала промышленность Урала и Сибири во второй половине 20 века, когда водные артерии и гужевой транспорт уже не могли обеспечить ее потребности. Однако с завершением строительства Транссиба дорога пришла в упадок, и ныне ее ветки выполняют функции пригородного сообщения. Далее на нашем пути в окружении обширных скверов площадь Аркадия Гайдара с кольцевым перекрестком и стеллой, посвященной 250-летию Перми, что была установлена в 1973 году. Слева от кольца также посвященный этой дате сквер, в котором установлены ряд современных арт-объектов, в том числе так называемые «Пермские ворота», временная композиция из еловых бревен, напоминающая триумфальную арку. В этом же саду находится разворотное кольцо пермского трамвая. Отрадно, что в генплане города предусмотрено дальнейшее развитие трамвайной сети, а потому через несколько лет предприятие точно отметит свой столетний юбилей. Что же касается Аркадия Гайдара, то его личная и творческая жизнь неразрывно связана с Пермью, которую можно по праву назвать литературной родиной знаменитого детского писателя. После кольцевого перекрестка справа сквер имени Дзержинского с установленным в нем внушительным памятником Феликсу Эдмундовичу. Сам Дзержинский в Перми никогда не был и имеет малое отношение к городу, но его именем здесь также названы улица, площадь, крупнейший некогда завод и, наконец, один из семи районов, здание администрации которого находится по левую сторону от нас. Треугольный квартал справа в границах улицы Ленина и Екатерининской Плеханова открывает жилой дом 102 середины 20 века, построенный в духе сталинской архитектуры или, иначе, социалистического классицизма для рабочих завода имени Дзержинского. В этом квартале отметим здание ЗАГС на улице Ленина, а в глубине – комплекс религиозных и медицинских объектов. Прежде всего, это возрожденный в наше время Успенский женский монастырь с церквями Иоанна Богослова и Казанской иконы Божией Матери. Причем первая из церквей возведена в 2012 году, тогда как чудом уцелевшая в советское время Казанская церковь была освящена в 1908 году. Сам же монастырь ведет историю с 1873 года, а его главная святыня, Величественный Успенский собор, был уничтожен во времена раннего СССР. Ближе к улице Екатерининской – одна из городских поликлиник, краевая инфекционная больница, центр иммунопрофилактики, врачебный физкультурный диспансер, а также на месте Успенского собора – крупная частная клиника Елизаветинская больница, названная в честь великой княгини Елизаветы Федоровны, посещавшей собор до революции при паломничестве по Пермскому краю. Святая Елизавета – жена великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. В смутные годы на рубеже веков она прославилась в народе своим крайне плодотворным общественным служением и искренним милосердием. Но летом 1918 года, на следующий же день после расстрела царской семьи, в рамках целенаправленной политики полной ликвидации всякой памяти о доме Романовых, Елизавета Федоровна приняла тяжелую смерть от рук большевиков в составе так называемых «алабаевских мучеников», о которых, наряду с расстрелом пятерых великих князей Романовых, сегодня вспоминают несравненно реже. Однако все эти события – звенья одной цепи, выполнены с одинаковым почерком и не должны рассматриваться в отрыве друг от друга. За перекрестком с улицы Плеханова справа – корпуса городской клинической больницы номер 2 имени легендарного пермского врача и общественного деятеля рубежа 18-19 веков Федора Грааля, вклад которого в организацию пермской медицины поистине выдающийся. В данных кварталах справа также расположились несколько школ, детских садов, православная гимназия. Справа вдали виднеются купола Вознесенско-Феодосиевской церкви, одной из самых узнаваемых достопримечательностей Перми. Возведенная еще до революции, в разное время церковь называлась либо просто Вознесенской, в память Вознесения Господня, либо просто Феодосиевской, по одному из пределов в честь русского епископа 17 века Феодосия Черниговского. А в народе также именовалась Купеческой, так как земля под ней в свое время была передана в дар для строительства купцом Бабаловым. Thank you.
Слева за торговым центром на оригинальной пермской эспланаде, то есть широком открытом городском пространстве, вырастает Пермский академический театр. Основанный в 1927 году как театр рабочей молодежи и пройдя через 20 век в качестве театра драмы, ныне учреждение вышло в своем творчестве за рамки драматического искусства и региональной достопримечательности, объединив максимальное количество жанровых форм. Наряду с драматическими постановками здесь идут классические спектакли, мюзиклы, рок-опера. Сочетание верности лучшим традициям академической сцены со смелостью театрального эксперимента выводит Пермский театр в авангард культурной жизни России. Среди знаменитых артистов пермской труппы – блистательный Марк Захаров, Георгий Бурков, Лидия Масалова, Владимир Гинзбург, Евгений Шальников и Виктор Саитов. Между стоящими друг напротив друга зданиями театра и вдали администрации края – три обширных площади с фонтанами и пешими дорожками. Пермская эспланада – излюбленное место отдыха пермяков и гостей города. Центральной композицией здесь является монумент героям фронта и тыла, открытый в 1985 году, напоминающий о том, что в годы войны Урал стал становым хребтом обороны страны, отправляя на фронт тысячи бойцов, производя более половины выплавляемого в СССР металла, в том числе за счет труда стариков, женщин и детей, принимая эвакуированные из Центральной России население и предприятия. В квартале справа отметим здание главной в регионе Пермской государственной краевой библиотеки имени Горького, ведущей свою историю аж с 1836 года. Неоднократно меняя расположение, на улицу Ленина библиотека переехала в 1965 году. В ее богатейших фондах, в том числе рукописные старопечатные издания, начиная с XVI века. Ныне, как и во всех библиотеках России, здесь активно внедряются новейшие электронные информационные технологии. По правой стороне до перекрестка с Комсомольским проспектом целый ряд больших домов, преимущественно советского периода, жилых, офисных и торговых. В частности, здесь расположился Росреестр по Пермскому краю, пермское отделение компании «Лукойл» с увлекательнейшим музеем нефти, крупный торговый центр «Колизей», одно из отделений Федеральной налоговой службы. Свернув же за угол длинного белого здания, вы сможете поучаствовать в жанровой скульптуре «Пермяк соленые уши». Известно, что в Пермском крае было очень развито солеварение. И по легенде, у работников, которые носили на плечах мешки с солью, от контакта с ней уши становились большими и красными. К слову, расположенный несколько севернее город Соликамск, или как его ранее именовали Соликамская, стоит на одном из крупнейших в мире солевых месторождений. А в прошлые века это и вовсе была самая большая солеварня России. Созданием правительства края, или как его называли ранее Домом Советов, введенным в эксплуатацию в 1973 году, один из двух залов Пермской краевой филармонии, тогда как второй, органный зал, соединен с Домом Советов позади здания. Причем удивительно, что оба этих просторных зала были переданы филармонии лишь в наше время, тогда как за весь советский период организация так и не смогла обрести родного дома, хотя и ведет свою историю с 1936 года. Филармония подарила краю многих талантливых артистов. Неизменно славится на всю Россию Уральский камерный хор. Здесь уместно вспомнить также о выдающемся российском театральном и художественном деятеле рубежа 19-20 веков, популяризаторе русского искусства в Европе Сергее Дягилеве, чья жизнь неразрывно связана с Пермским краем. Так смолкает оркестр, город сродни попытки воздуха удержать ноту от тишины. И дворцы стоят, как сдвинутые пипильтры, плохо освещены. Только фальцет звезды меж телеграфных линий, там, где глубоким сном спит гражданин Перми. Но вода аплодирует, и набережная, как иней, осевший на Дореми. Завершает эти кварталы здание ЦУМа слева, 60-х годов. Как и ранее, сегодня здесь торговые площади. Возможно, вы обратили внимание, что начиная с данного отрезка на проезжей части улицы Ленина появляются трамвайные пути. Следующий квартал открывает справа красивое двухэтажное здание конца XIX века с ярким фасадом.
Это уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова с 30-летней историей. До этого на протяжении почти 100 лет здесь находились детский приют, детский дом и различные школы. Далее, справа, на перекрестке с улицей газеты «Звезда», названной, соответственно, в честь главной краевой газеты, издаваемой с 1917 года, возвышается храм Рождества Пресвятой Богородицы, один из старейших в Перми, строительство которого велось с конца XVIII до начала XIX веков. Напротив нее до перекрестка одна из лучших и старейших школ города – гимназия номер 17, ведущая свою историю с 1901 года. После же перекрестка в красивом здании с серо-голубым фасадом расположился Пермский государственный институт культуры – один из авторитетных вузов России по подготовке профессиональных кадров в области культуры и искусства. Среди многочисленных выпускников института, учрежденного в 1975 году, немало выдающихся и знаменитых артистов, солистов театра и кино, художественных руководителей и педагогов. Здесь и далее обратите внимание на старую купеческую застройку вдоль улицы Ленина. В угловом здании с красным фасадом слева, перед театральным сквером, администрация города Перми. Сам театр оперы и балета – один из старейших музыкальных театров России. Он находится в глубине сада, и нам его почти не видно. В сквере находится памятник Ленину. Где-то в тени деревьев – бюсты поэта Пастернака и революционера-большевика Хохрякова, одного из организаторов советской власти и Красной армии на Урале. В высотном здании слева – отделение Центрального банка России по Пермскому краю. За ним слева открывается потрясающий вид на реку Каму, где на берегу видны купола небольшого Петропавловского собора, самого первого храма города. История строительства собора всецело следует за ранней историей Перми. Возведенный в середине XVIII века в стиле провинциального барокко, храм был одним из первых каменных строений города. Однако исходно с 1724 года церковь была деревянной. Суть в том, что у города есть две даты основания. С начала 20-х годов XVIII века по указу Петра I в Сибирскую губернию для постройки заводов по выплавке металлов были направлены Василий Татищев, а затем Георг Дегенин. Именно окрестности устья малой реки Ягошихи в области ее впадения в Каму и были выбраны ими для строительства медиплавильного завода. И потому 1723 год – год основания Ягошихинского завода, считается первой датой рождения Перми. Для заводского поселения тогда же была срублена церковь во имя Петра и Павла. Значительно позже, в 1781 году, когда церковь уже была построена в камне и после строительства ряда официальных зданий, это заводское поселение по приказу Екатерины II официально стали именовать город Пермь. И это вторая дата рождения города, ставшего центром пермского наместничества. Отметим крайне интересный факт. Легко запомнить, что точно такую же историю основания с теми же годами имеет город Екатеринбург, заложенный исходно Татищевым и Дегениным, как железоделательный Екатерининский завод, а в 1871 году ставший уездным городом Пермского наместничества. Таким образом, два поселения, расположенные по разные стороны Уральских гор, стали как бы окном в Азию, форпостами на линии Европа и Азия и центрами по освоению и закреплению Сибири в составе Российской империи. В области разворотного трамвайного кольца и сквера имени Татищева с памятником основателю города улица Ленина заканчивается, а на деле только начинается. Красивое современное здание на нашем пути также принадлежит предприятию «Лукойл Пермь», одному из крупнейших подразделений компании «Лукойл».
Долину реки Ягошихи пересекает северная дамба. Вправо уходит пешая дорога к обширному и старейшему в городе Ягошихинскому кладбищу. Исходно пришедших сюда встречает памятник «Скорбящая мать». Ведь на территории кладбища захоронены более 2000 советских солдат, умерших от ран и болезней в пермских госпиталях. На кладбище захоронены люди разных народов и вероисповеданий. Имеются православные, лютеранские немецкие, католические, мусульманские и иудейские участки. Где-то в глубине справа здесь возвышаются две дореволюционные церкви. Северная дамба, наряду со средней и южной, что также проходят через Ягошихинский лог, соединяют центр Перми с Мотовилихинским районом. Мотовилиха – исходно промышленный и по настоящее время динамично развивающийся район. Ранее заводской поселок Мотовилиха был самостоятельным населенным пунктом. В общей сложности Мотовилихинский медиплавильный завод просуществовал 125 лет и был закрыт в 1865 году из-за истощения рудников. В 1927 году было принято решение города Пермь и Мотовилиха Пермского округа Уральской области объединить в один город. Интересно, что топоним Мотовилиха не является современным, как может показаться, ведь мотовила на Руси – это приспособление для ручной намотки пряжи. Название Мотовилиха пошло от протекающей здесь речки, которая, кружась, петляя, складывалась в рогатину и напоминала мотовила. На нашем пути слева – Пермский планетарий, оснащенный в наше время современной цифровой техникой. Он предлагает множество познавательных, тематических лекций и выставок. Напомним, что на Пермской земле некогда приземлились космонавты кораблям «Восход-2» Алексей Леонов и Павел Беляев. Во время этого полета Леонов впервые вышел в открытый космос, и пермяки встречали пилотов как героев. Впрочем, первым космонавтом, приземлившимся в Пермском крае, стала собака-звездочка – и это был последний решающий успешный экспериментальный полет перед отправкой человека в космос. В наше время на космическую отрасль активно работают и пермские заводы. В красивом белом здании справа – пермский филиал Волжского государственного университета, один из факультетов которого – Пермское речное училище, ведет свою историю с 1913 года. Движемся по улице Уральской. Слева – Пермский цирк, построенный в 1970 году. К 300-летию города ожидается капитальный ремонт здания, которое в год посещает свыше 150 тысяч человек. Слева – один из филиалов акционерного общества «Газпром» газораспределения «Пермь», в свою очередь одной из крупнейших газораспределительных организаций России с численностью работников более 3000 человек. В области сквера имени Розалии Землячки улица Уральская отклоняется к северу. Кровавая Розалия – одиозный советский партийный деятель, революционерка, одна из организаторов красного террора в Крыму. Персонаж ее выведен в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар».
Краеведы Перми давно выступают за переименование сквера и прилегающие к нему улицы, названных в честь этого человека. Справа, за многоэтажным жилым комплексом, дворец культуры имени Ленина. Монументальное здание с оригинальным фасадом. С 1963 года это один из крупнейших культурных объектов города. В настоящее время во дворце действуют разнообразные кружки и секции в сфере искусства, а также расположилась одна из протестантских церквей Перми. Обратите внимание на обширную промышленную зону, что тянется вдоль берега Камы. В частности, здесь расположены производственные мощности одного из крупнейших в Пермском крае и хорошо известного не только в России предприятия «Мотовилихинские заводы». Его история начинается немного позже основания самого города Перми. Металлургия, нефтепромысловое оборудование, военно-артиллерийские системы – вот три основные направления деятельности завода. В обе мировые войны именно мотовилихинские заводы изготовили для российской армии до четверти всего артиллерийского вооружения. Мотовилихинские пушки стоят на крейсере «Аврора». Первые выстрелы по территории нацистской Германии и по Берлину были произведены также из пушек завода. В XIX веке на предприятии работал выдающийся русский инженер Николай Славянов, впервые в мире применивший на практике дуговую электросварку. На Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, одной из самых масштабных в истории выставок, посвященной 400-летию открытию Америки Колумбом, Славянов за свое изобретение получил медаль с формулировкой «За произведенную техническую революцию». К слову, весь процесс электросварки от теории до практического воплощения – безоговорочное мировое достижение российской науки. Имя Славянова носит Пермский политехнический колледж, отметивший в 19 году свое столетие. Это один из самых востребованных техникумов в крае. Количество студентов здесь достигает 1300 человек. Благодаря сотрудничеству с предприятиями после окончания учебы у студентов колледжа есть максимальная гарантия на трудоустройство. В настоящее время главное здание учебного заведения находится на капитальном ремонте. В доме справа, напротив пожарной части, Пермский мусульманский колледж и Пермский муфтият, то есть Духовное управление мусульман Пермского края. Слева – обширный сквер имени Свердлова. В центре сквера – мемориал «Воин-освободитель» и памятные таблички с именами погибших в годы Великой Отечественной войны работников мотовилихинских заводов. Напротив сквера в доме 1893 года постройки одна из старейших школ района. Улица Уральская сворачивает влево, заканчивается, переходя в улицу Свердлова. Вдали уже видны окраины Мотовилихинского района. Влево, вдоль берега Камы, уходит железнодорожное полотно горнозаводского направления. Из важнейших строений на этом отрезке отметим здание администрации района, справа под красной крышей и с фасадом красного цвета. На заключительном отрезке нашей аэроэкскурсии мы движемся вдоль улицы 1905 года. Слева хорошо видна территория музея мотовилихинских заводов, где под открытым небом собрана коллекция военной техники, в числе которой знаменитая пермская «Царь-пушка», что в отличие от московской была настоящим боевым орудием, а также те самые артиллерийские орудия, из которых были сделаны первые залпы по территории фашистской Германии. Здесь же представлен первый в мире сварочный аппарат Славянова. Музей таким образом рассказывает об истории русской артиллерии, промышленности Перми и всей страны. В долине Малой реки с красивым названием Ива – конечное разворотное кольцо Пермского трамвая. За ним – здание Мотовилихинского районного суда. Перед нами райский или ангельский сад, заложенный в середине XIX века на месте медиплавильного завода и возрожденный после реконструкции в 2010 году. Ныне сад – одно из любимых мест отдыха горожан и свадебных прогулок молодоженов.
Мотовилихинский пруд позади сада – самый большой пруд в городе, созданный еще в начале 18 века для нужд завода. Он является искусственным расширением перед дамбой в месте слияния рек Большая и Малая Мотовилиха. Наконец, рядом с прудом и райским садом мужской Свято-Троицкий Стефанов монастырь с белоснежной церковью Троицы Живоначальной. Сама церковь ведет свое начало с 1790 года, а монастырь был учрежден в новое время и назван в честь епископа Русской Православной Церкви XIV века святителя Стефана Пермского. Волею судьбы первым наместником монастыря стал архимандрит по имени Стефан. Святой же Стефан Пермский, что проповедовал христианство в землях народа Коми, считается первым русским продолжателем апостольской традиции. Он фактически создал Пермскую епархию благодаря своей миссионерской деятельности и способствовал включению пермских земель в состав Московского княжества, а шире первым обозначил и обосновал движение русской цивилизации на восток, предопределив превращение Руси Московской в Великую Россию.